Приветствуем всех на канале «Неправильный отдых в Таиланде». Мы продолжаем вас знакомить с грибным миром Таиланда. И сегодня я хотел вам показать такие крупные кубенсисы. Здесь на телефоне размер, наверное, непонятен. Я поэтому, смотрите, так зажигалку положу сверху, чтобы был понятен размер примерно. Дожди уже закончились, но грибы продолжают по-прежнему еще расти. То есть вот они, примерно с полруки, примерно такие вот. Причем они, смотрите, стали какие-то как более синюшные, что ли. Когда в сезон дождей таких не было. Вот такие красавцы. Их здесь также по-прежнему много. Вот тут здесь маленький растет псилоцибик. Никто их не собирает. Хотя они условно съедобные грибы, что после отварки, после варки эти грибы, мне кажется, можно есть. Ладненько, всем пока.